Телеканал «Тюменское время» продолжает серию тематических ток-шоу «Территория мудрости». Это разговор о том, как сделать жизнь после выхода на пенсию яркой, интересной и насыщенной. В регионе и в городе действуют несколько проектов, которые помогают развивать активное долголетие. Один из них – «Бабушки особого назначения». В его рамках пожилых учат приемам самообороны. Какая-то уверенность все равно есть после этих тренировок, да? Какие-то приемы. Темные аллеи вы теперь не обходите стороной. Идете смело напролом. Нет, но я не скажу, что я прям пойду по темной аллее, если я смог ее обойти. Но некоторая уверенность все равно появляется, когда ты понимаешь, что хоть чуть-чуть, хоть немного ты сможешь дать отпор. Еще в регионе готовится проект «Суперстар 2.0». Среди талантливых пожилых тюменцев выбрали самых креативных. А самые энергичные берут в руки скандинавские палочки. Почему северная ходьба пользуется такой популярностью? Как попасть на занятия к спорторганизаторам? И что еще готовы предложить людям после 55? Обо всем этом в ток-шоу «Территория мудрости». Не пропустите сегодня в 20:30 на телеканале «Тюменское время».